switch off into Russian, and my translator Dima will help me to translate everything into Polish, because everybody here are Polish people, so it would be, I think, a nice idea to give you a private translation. Czyli mimo już zapowiedzi o pytanie, które się odbywać w języku angielskim, zmienimy go na język rosyjski. Ja będę tłumaczyć na język polski, w związku z tym, że wszyscy Państwo język polski rozumiecie. Mam taką nadzieję. Yeah. I also can speak Ukrainian, but it's like just more easier to... it doesn't mean anything. So, меня зовут Лиза Бабенко, я украинский куратор, аналитик, документалист. Nazywam się Lisa Bobenko. Jestem artystką, krytykiem. Я была приглашена сюда, чтобы первое, конечно, выступить с каким-то предэкономическим, не знаю, культурологическим, философским анализом, критическим анализом Майдана и постмайдановской ситуации. Также, чтобы показать вам некоторые фильмы, в том числе мои, и фильмы других режиссеров и видеохудожников, которые касаются непосредственно этой тематики. Analizy tego, czym był dla nas Majdan i co to była ta gражданska wojna. Zostałem zaproszony tutaj, żeby przedstawić Wam pewną formę analizy polityczno ekonomicznej, społecznej, tego, co odbywało się na Majdanie. Również, żeby zaprezentować pracę, takie wideo, które po prostu przedstawią to, co działo się na Majdanie naszymi oczami. Сначала мы все должны здесь пытаться понять, что, безусловно, анализ Майдана, анализ гражданской войны, которая началась после Майдана на Донбассе, он всегда очень субъективен, исходит из определенных идеологических пресуппозиций. И как таковой диалог даже внутри, между украинскими художницами или критиками, он тоже практически невозможен. Musimy też pamiętać o tym, że wydarzenia, które miały miejsce na Majdanie, ta wojna, która obecnie ma miejsce na Donbasie, zawsze będzie postrzegana subiektywnie. I z tego względu w praktyce ten dialog między również między osobami z kręgów sztuki jest praktycznie niemożliwy. Tak, i jak сказала, niemożliwy даже как таковой диалог, обсуждение этого кровопролития и идеологических причин, по которым оно началось после Майдана, даже внутри самой Украины, среди вот нас, Украины, украинских комментаторов. И в практике, так как сказал вчера, невозможно даже даже проведение этого диалога, за взгляд на то, что стать даже внутри Украины, даже внутри комментаторов, комментаторок в сообществе Украины. Настолько это тяжело и настолько нет сегодня возможности выйти за рамки вот этих непосредственной включенности в события, что как таковой рефлексии мы даже сами себе не можем дать, не то что предоставить ее вам. А у вас, как правило, это либо украинские новости, либо российские телеканалы, которые все абсолютно перебирают. И в практике выходит на то, что, будучи непосредственно заинтересованными в том, что происходит вовнутрь Украины, nie mamy możliwości spojrzeć na to obiektywnie, wypracować jakiegoś takiego też obiektywnego poglądu na to wszystko i przez to też nie możemy go przedstawić nikomu innemu. Z kolei Państwo macie do czynienia z mediami, z prasą albo ukraińską, albo rosyjską, z których każda tak naprawdę przedstawia zafałszowaną. Почему tak происходит? Dlaczego to ma miejsce? Потому что существуют, как в общем-то и везде, определенные идеологические позиции. Это право, праволиберальные, лево, левоцентристские. И все они были на Майдане, сейчас комментируют Майдан, комментируют эту войну. И все мы несколько потеряны в этих идеологических позициях. Так, правда, здесь так дошло, что в сообществе презентованы шерег поглядов от правой до левой стороны сцены политической. Wszystkie te opcje były reprezentowane na Majdanie i wszystkie te opcje zachowują sobie prawo do komentowania wydarzeń na Majdanie. Поэтому когда до вас доходит любая информация о искусстве или политике сегодняшней Украины. I dlatego też, jeśli dociera do Państwa informacja o sztuce albo o polityce dzisiejszej Ukrainy. O wojnie w Ukrainie. O
войне в Украине. Вы должны прежде всего разбираться не в том, что эта информация вам несет, а в том, кто ее произносит, кто говорит. Прежде всего, повинніше панство звернути увагу не на то, що є стращок інформації, а хто пробує цю інформацію до панства довести. І це дуже важливо, особливо в тому випадку, щоб розуміти різницю між... Щоб розуміти различия між російською пропагандою про кремлівських структур, медіаструктур і телеканалів, і між дійсним профашистським апрайзингом, да, то есть активизацией фашистов в Украине, которая имеет место быть. И для того мы должны тоже выражно отличать прокремлевскую пропаганду медиа российских от, можно сказать, фашистовской пропаганды, которая поволи начинает подносить ее в Украине. То есть вот эту разницу между тем, кто говорит о чем, очень важно ловить, потому что отрицая националистическое, отрицая националистическую часть Майдана, постмайдана и вообще националистические конфликты в Украине, мы не поймем ни их природу, ни то, как мы можем предотвратить текущую гражданскую войну. Несколько истотное зауважение башни этого тренда, ваш отрицаем от щепи способ националистичное подложе конфликту, который имел место на Майдане, который имел место обесне на Донбассе, так направда сгубимы якокольвек можливость зрозумения бежонцых процессов, а также тех тенденций, которые позволили бы устать в прошлом. Что я имею в виду? Конечно, и мы художники, и журналисты, арт-критики, интеллигенция, как и право-либеральная, так и лево-либеральная, и лево-центристская. Все мы находимся во времена, все мы живем во время информационной войны, когда вот эти вот враждующие идеологические лагеря, потому что у всех разные позиции, позиции оценок и критики Майдана, они как таковые, да, как я сказала, лишены диалога, лишены точек соприкосновения. И это не позволяет нам, первое, переступить эту черту, да, споров и непосредственно войти в диалог и выработать какую-то объединительную стратегию, которой фактически не было на Майдане тоже. И в тем моменте мы все, заровно артисты, как и дженникажи, шарик особо просто за сферу очень таких społecznych и również politycznych, wszyscy należymy do różnych obozów. I tak naprawdę, tak jak nie było wcześniej, każdy przedstawia swój punkt widzenia, tak jak nie było na Majdanie możliwości do takiej sprawnej dyskusji, ponieważ każdy trzyma się swojego zdania, nie była wypracowana jedna jednolita strategia. Tak samo teraz w sytuacji wojny informacyjnej, która ma miejsce, jest to coraz bardziej wyraźne i coraz trudniej jest brać w tym. Co imieć w duchu pod jedną strategię? Конечно, Майдан был объединен, но не было того, что я назвала какой-то рефлексией вокруг вот этих враждующих идентичностей, вокруг дискуссии на тему политики национализмов, которая сейчас Украина переживает очень активно, но тем не менее это политика идентичности, политика деления, да, на национальной идентичности Востока и Запада. Там ты сепаратист, здесь ты бандеровец и так далее. Вся вот эта посттравматическая со времен Второй мировой войны ситуация с выяснением националистических принадлежностей, с формированием наций, она сегодня играет с нами злую шутку. Так направда, Майдан был в мере однолитом структурой, натомест не имел выпрацованного однолитого подойща właśnie до квестий народовощевых, до kwestii związanych z pojmowaniem Zachodu i Wschodu Ukrainy jako osobnej kategorii, gdzie jedni to są banderowcy, inni to są obecni separatyści, nie został wypracowany, nie został wypracowany jedno podejście, które pozwoliłoby ujednolicić narody jako taki. To jest, ja chcę, żeby poняли, że nacjonalizm w Ukrainie, on очень активен, и это правый национализм, это в том числе профашистские течения. Нельзя говорить, что они подавляющие, они просто есть. И я часть моего какого-то вот дискурса сегодня, это часть дискуссии, которую мы будем проводить в лекции, она будет заключаться в том, чтобы просто дать понять эту перспективу, которая очень отличается, как я уже сказала, от пророссийских медиа, которые совершенно по-другому трактуют в рамках своей, да, геополитической войны возникновение и активизацию.
faktycznie w Ukrainie są coraz silniejsze, coraz bardziej aktywne ruchy neonacjonalistyczne z prawej strony rzeczywistości politycznej. Natomiast nie są one decydujące dla tej rzeczywistości społecznej, która w tym momencie ma miejsce. I zupełnie inaczej tak naprawdę wygląda sytuacja wewnątrz tych struktur, a zupełnie inaczej są one przedstawiane przez media rosyjskie. No konkretnie mówiąc, co ja imię? Dokładnie mówiąc, co mam na myśli? Что гражданская война, а я даже называю вот эту войну, которая сейчас происходит, конечно, российские провокации сделали свое дело, но вообще, так, по какому-то терминологическому определению, в принципе, это гражданская война. И война домова, которая вам есть, назовем так, узнаняет солнечный факт, что имела действие провокации российские, например, сбирая под увагу специфика конфликта, наиближе, если вообще до войны домовой. Это война национализмов, которые были спровоцированы в ходе активизации вот этих вот правых и профашистских структур в рамках Майдана. Майдан как таковой здесь, естественно, не виноват. Дело не в том, чтобы обвинять Майдан. Майдан – это, может быть, лучшее, что произошло. Дело в том, что нам делать с тем, чтобы не дать вот этим националистическим разборкам, политикам идентичности возобладать и привести к продолжению войнам на базе того, что кто-то боится мнимой бандеровской угрозы, которая на самом деле не то чтобы и мнимая, но, конечно, она совершенно не в тех масштабах, которые ее преподносили для жителей Донбасса российские телеканалы. Tak naprawdę wszystko to miało miejsce ze względu, ta wojna, która jest wojną nacjonalizmu, nacjonalizmu zachodniego, nacjonalizmu wschodniego, można to tak określić. I wszystko to rozpoczęło się ze względu na neofaszystowski element, który również był obecny na Majdanie. Jednak nie jest to wina samego Majdanu, że ten element był tam obecny, po prostu był jedną z jego części, natomiast nie był częścią decydującą w żadnym wypadku o tym kierunku, ale został on wykorzystany do wygenerowania właśnie tego napięcia, które jest obecne. I bardzo istotne jest, żeby zdać sobie właśnie z tego sprawę i spróbować opracować jakieś takie podejście, które pozwoli przygasić ten nacjonalizm. K czemu ja to sobie idę? K temu, że nam nie można legendaryzować, estetyzować i даже уже оплакивать Майдан. Нам нужно собраться с тем, чтобы перевести рамки враждующих национализмов, которые всегда, во все времена исторические, были опасны в рамки социалистических требований к преодолению олигархической власти в Украине, которая... Да. И в этот момент не нужно снова вернуться до идеализования Майдана. Так направо, нужно скупить себя на том, чтобы те воюющие обеса национализмы... Идеализовать, эстетизовать, так как Майдан, бо там имели место разные ситуации. Powinniśmy się skupić na tym, aby te wojujące nacjonalizmy sprowadzić do formy jednolitych żądań obydwu stron, które będzie można w jakiś sposób ze sobą później gdzieś tam pogodzić, wypracować wspólne podejście. I вот эти фактически, если говорить о каких-то идеологических рамках, вот эти левые перспективы, которые я предлагаю для того, чтобы объединить Украину, а именно объединить прежде всего рабочий класс Украины, который был в том числе массово представлен на Майдане. И те пропозиции, которые подают с моей стороны, чьи мают больше такие, скажем, уже левое заправление, ходит прежде всего о уединение, как бы соединение за собой структуры работничьих, которые прежде всего становили главной силой Майдана. Вот эти перспективы, они на самом деле очень серьезны, для них есть все предпосылки, и мои коллеги, это журнал «Социальной критики Commons», это коллеги из Центра визуальной культуры, это многие активисты, правозащитники, они уже работают над созданием левой партии. В том числе я имею в виду, это, конечно, да, журнал «Commons» и другие левые инициативы, левоактивистские академические инициативы Киева и Украины. И те пропозиции мои уже целого очень добрые предложения, между иными шерег моих знакомых с вашим трудодавництва Каменс, пора с иных фундаций и инициатив. Академических и активистских.
inicjatyw akademickich oraz po prostu jakby fundacji i aktywistów. Pracują już nad stworzeniem osobnej partii, osobnej siły politycznej. I вот это, наверное, основной тезис, который я хотел так выложить, или конструктивный, который бы я хотела вынести на обсуждение, которым бы я хотела поделиться, потому что с точки зрения и той редакции, которую представляю, и тех людей, которые я поддерживаю, вот эта платформа социалистических требований к преодолению олигархата, который возобладал над Украиной с временем разрушения Советского Союза, это единственная возможность преодолеть войну национализмов, преодолеть постколониальное отношение, фактически уже колониальное, геополитическое России к Украине, от которого мы постоянно страдаем, и преодолеть, как я уже сказала, данную гражданскую войну, которая вот случилась, опять же, исходя из пункта первого, то есть из войны национализмов, ну и пункта второго, российского постоянного вмешательства, давления и, я бы сказала, такой имперской политики по отношению к Украине. Jedna z podstawowych testów, które chciałbym tutaj zaproponować, przedstawić, omówić, ponieważ najprawdopodobniej jest to jeden z nielicznych skutecznych w perspektywie sposobów, aby przede wszystkim zjednoczyć naród ukraiński, aby pokonać tę oligarchizację, która rozwijała się od momentu uzyskania niepodległości przez Ukrainę oraz żeby w racjonalny sposób walczyć z stałym imperializmem rosyjskim i ingerencją w sytuację na Ukrainie. Я убеждена, что не стоит недооценивать, но и переоценивать тоже, но не стоит недооценивать активизацию правого сектора парламентской профашистской партии «Свобода» в Украине. Но просто нужно критически трезво оценивать активизацию этих структур, ее роль в роли Майдана и ее роль в ходе сегодняшней гражданской войны. Поэтому я задумалась об вот этой изменяющейся инициативе, да, левой партии, левоактивистской какой-то активизации, потому что, как я уже сказала, да. И в этом случае należy wyraźnie zaznaczyć, что можно zarówno недооценить, как и przeceniać роли организаций, таких как «Свобода» или «Правый сектор», значит, партии политической «Свобода» и организации «Правый сектор». Парламентская партия «Свобода». Партия парламентарная «Свобода» и этой организации «Правый сектор». Natomiast uwzględniając właśnie to, taką słuszną odpowiedzią będzie stworzenie inicjatywy znajdującej się z lewej strony sceny politycznej, która będzie w stanie w pewien sposób to równoważyć. Почему? Важно же, да, конечно, понять природу этих национализмов, как природу националистов и уже таких бандитствующих иногда и фашистов Донбасса, так и природу защитного, в общем-то, во многом национализма Западной Украины, Центральной Украины, природу того национализма, который представлен правым сектором и парламентской партией «Свобода». Важно, чтобы зрозуметь сенс и подложить тех национализмов, które w chwili obecnej mają miejsce na Donbasie, jak i podłoże tych nacjonalizmów, które kierują działaczami Partii Swoboda oraz aktywistami prawego sektora. Это разные национализмы. Например, если мы будем говорить о российском национализме и фашизме, у него одна природа, она исходит из имперской истории этой страны. Больше другая природа национализма. Сейчас я сосредоточилась на первой опции, это национализм организации правого сектора, правый сектор «Свобода», то есть тех групп, которые были, которых я видела, которых я снимала в ходе Майдана, которые действовали, занимались как бы разработкой своих правых партий в Украине задолго до Майдана. Поэтому я могу судить его с точки зрения какой-то уже перспективного такого взгляда из со стороны нескольких лет. I należy wyraźnie to od siebie odróżnić, ponieważ nacjonalizmy mające miejsce na wschodzie Ukrainy, one są oparte o imperialistyczną tradycję rosyjską. Natomiast często można je powiedzieć jako obronne nacjonalizmy na Ukrainie Zachodniej mają zupełnie inne podłoże. I tutaj korzystając z tego, że miałem okazję przybywać w towarzystwie tych ludzi, miałem doświadczenia właśnie z tymi strukturami,
i również z tym, iż oni tworzyli tak naprawdę swoje organizacje polityczne na wiele lat przed wybuchem Majdanu, można odnieść się do tego w sposób troszeczkę bardziej obiektywny z pewnej perspektywy. Ogromny, da, zaświetny nacjonalizm Zachodniej Ukrainy i organizacji, które ja upominula. Nacjonalizm obronny, tak zwany nacjonalizm obronny Ukrainy Zachodniej oraz tych organizacji, które zostały wymienione. Здесь, говоря вот этом защите национализма, мы не должны, первое, конечно же, оправдывать его, но второе, что мы должны все-таки делать в то же время, мы должны пытаться понять, как бы сказала, его природу. И природа его постколониальная. И, говоря о этих национализмах, так званых оборонных, не повинничьмы их, прежде всего, выбирать. Natomiast повинничьмы сразуметь их натуру, и есть натура, прежде всего, постколониальная. Постколониальная история Украины – это в том числе история Майдана. Постколониальная история Украины – это również история Майдана. Майдан обнажил все постколониальные исторические, да, травмы, которые все еще несет в себе Украина, как минимум со времен Российской империи и ее завоевания украинской территории. И Майдан так правда обнажил, вынес на поверхность все те кривды, все те зашлости, которые siedziały w narodzie ukraińskim jeszcze z czasów Imperium Rosyjskiego i przejmowania terytoriów. W tym числе te traumy postkolonialnej historii Ukrainy касаются tych 70 lat, które Ukraina przybyła w составе Sowieckiego Союза, tak nazywanej равнонациональной республикой, да, якобы z prawem na... Między innymi te traumy postkolonialne dotyczą tego okresu 70 lat przebywania w składzie Związku Radzieckiego, teoretycznie jako republika, która jest równa. No, to radzieckie równość, конечно же, его, конечно же, nie było. Ale tak naprawdę tej równości wcale nie było. I именно поэтому мы можем видеть такое отношение к статусу русского языка на Донбассе со стороны другой половины украиноязычной и во многом националистической Украины, именно западной области и частично Киева. И właśnie dlatego mamy taki, a nie inny stosunek do języka rosyjskiego na Донбассе ze strony zachodnich obwodów Ukrainy i w dużej mierze Киева. Это касается и культуры, и искусства, такое же отношение, имею в виду, что языковая политика, вот, исходящая из этих исторических рамок, она довольно дифференциальна. И я ее понимаю, исходя из вот этих постколониального анализа текущей истории Украины. И ten stosunek dotyczy nie tylko języka, ale również kultury i sztuki. Historii również. I ja ze swojego punktu widzenia postrzegam go właśnie jako ten element takiej postkolonialnej już rzeczywistości. To jest prorosyjskie nastrojone oblasti, które teraz, конечно, zmieniają swoją orientację, Donbas, Lugansk, частично, даже частично, во многом это юго-восточная Украина, Крым, они отличаются по своей истории от того, что мы можем наблюдать в Западной Украине. Язык – это один из маркеров вот этого отличия, этой дифференциации, которая не была учитана во многом националистическим таким Майданом с его лозунгами «Слава Украине», скандированием гимна Шевченко, все эти культурные артефакты были абсолютно чужды жителям Донбасса, которые во многом из-за вот этой несколько правой формы не поддерживали Майдан. И я могу... Так правда, trzeba też pamiętać, iż ten język był jednym z elementów, ale również takim wskaźnikiem różnic kulturowych między zachodnimi obwodami Ukrainy, między wschodnimi obwodami, czyli Donieck, cały Donbas właściwie, Ługańsk, w dużej mierze również Krym, ponieważ
te tradycje, które są żywe na zachodniej Ukrainie, one w pewien sposób były obce przyjaznym regionowi Donbasu. I teraz jeśli Majdan, który dążąc do tego zjednoczenia posługiwał się sloganami dotyczącymi właśnie Ukrainy, ale tej tradycji szewczynkowskiej, on był w pewien sposób obcy przedstawicielom Donbasu. I oni nie czuli się utożsamieni tak naprawdę do końca z tą inicjatywą. То есть это настолько противоречивая и двоякая ситуация, когда с одной стороны ты имеешь полное право, да, выйти и скандировать этот гимн, но с другой стороны Чеченко на рамках Майдана. И то есть в какой-то способ сущностная ситуация, когда с одной стороны имеешь полное право выйти на Майдан и рецитовать гимн Шевченко. Почему? Потому что тебе оно не было дано, это право, да, на свой национальный язык, на, может быть, формирование своей нации, которая до сих пор не сформирована, имею в виду, да, национальные идеи Украины, на то, чтобы цитировать, читать в оригинале украинских поэтов. Все это было, конечно, во многом это было запрещено в ходе советской, той же советской истории, я молчу уже про Российскую империю. И chociażby właśnie dlatego, że wcześniej, w tych wcześniejszych okresach nie było możliwości kultywowania tej tradycji kultury ukraińskiej, nie było możliwości czytania poetów w oryginale, nie było możliwości również recytowania tych utworów tak naprawdę, ponieważ to wszystko było przycieśnione przez maszynę propagandową i Związku Radzieckiego. Z jednej strony my понимаем, że jest to prawo, że ono, вот оно выходит, данный Майдан, my его видим, но z drugiej strony my видим Донбасс, регионы, там живет часть моей семьи, например, Крым, который по своей политической ориентации очень был приближен, собственно, к восточным властям Украины, которые не испытывают ничего из этого националистического ресентимента, и для которых скандирование гимна Шевченко и выкрикивание «Героям слава, слава Украине» означает совершенно определенные вещи. Я не скажу после. I to z jednej strony można zrozumieć właśnie ten wybuch tego poczucia takiego narodowo-patriotycznego, wyjście na Majdan i recytację tych utworów. Natomiast z drugiej strony jest to zupełnie obcy przedstawicielom Donbasu, również przedstawicielom Krymu, gdzie również mam rodzinę, gdzie mam znajomych, którzy słysząc recytację tych utworów w języku ukraińskim, mają bardzo jednoznaczne skojarzenia, o których. Что означает для регионов Донбасса и юго-восточной Украины подобная активизация национальной идеи, националистической идеи, подобные профашистские выходки организаций, которые я упомянула? Что для них означало все это в рамках Майдана? Это означало, я пользуюсь логикой, которую я логически наблюдала, означало активизацию так называемой бандеровщины. I teraz aktywizacja tych tendencji takich nacjonalistycznych, narodowościowych na Majdanie dla przedstawicieli Donbasu oznaczała tylko jedno, oznaczała tak naprawdę aktywizację tak zwanych banderowców. I jak ja już сказала, można prowadzić четкое различие между российскими медиаканалами, как они трактуют так называемую фашистскую угрозу бандеровщины, которая идет еще со времен 40-х годов Второй мировой войны, и внутреннюю украинскую проблему, связанную с вот этой исторической противоречивой травмой вокруг фигуры Бориса Бандеры, вокруг того, какое там имело отношение к немецким нацистам и так далее, и так далее. То есть нужно понимать, что, как я уже сказала, кто говорит об этом. И сейчас я перед вами говорю, понимая эту, как бы, эту опасность звучать пророссийски, но в то же время я абсолютно рефлексирую над тем, что говорится во всех, практически я слежу за этим, российских медиа, российских телеканалов. И так правда, в том плане тоже повинны снова подкреслить конечность звучания уваги на разнице в трактовании так званых бандеровцев и tego niebezpieczeństwa ze strony banderowców, które jest w propagandzie rosyjskiej jeszcze z czasów II wojny światowej i od
społeczności ukraińskiej tak naprawdę trauma związana jest z samą postacią Stepana Bandery, z tym kultem, który jest związany z jego współpracą z Niemcami w czasie II wojny światowej i tym, jak to też w pewien sposób wpływa na społeczeństwo ukraińskie i jego podział. То есть вы должны понимать, что вот эта проблема, связанная с фигурой Бандеры, с его коллаборацией, с вынужденной защитной во многом, я, если хотите, его оправдываю, потому что, с другой стороны, это была советская такая же тоталитарная, да, авторитарная политика Сталина, но вот эта история Бандеры, история 42-го, 43-го и так далее, 40-х, 50-х годов, она никуда не делась. И она сейчас точно так же жива, как она была жива 40-50 лет назад. И она источник российских провокаций, в то же время она источник активизации политики национальной идентичности в Украине и раскола Украины на различные враждующие между собой, вот уже в рамках войны, лагеря национальности. I historia Stepana Bandery, jego działalność, cały ten okres historyczny, czyli te lata II wojny światowej, lata po II wojnie światowej, tak naprawdę one nigdzie nie znikły i one dalej są powodem do tego, żeby z jednej strony nakręcać propagandę rosyjską dotyczącą banderowców, ale z drugiej strony one też są czynnikiem motywującym coraz większą aktywizację sił nacjonalistycznych w samej Ukrainie. Można oczywiście to w pewien sposób gdzieś tam tłumaczyć, znowu refleksją pewnym obronnym właśnie samego Bandery wobec tej agresji, która miała miejsce na te tereny. Конечно, вот эта война, которая идет сейчас на Донбассе, она во многом и бандитская, но она ушла сейчас в такие далекие рамки, в далекие такие дали, что уже докопаться до ее первоначальных источников практически очень сложно. Но тем не менее я пытаюсь это сделать и... I w tym momencie ten konflikt, który ma miejsce na Donbasie, osiągnął już takie rozmiary, że tak naprawdę dotrzeć do jego źródeł, do podstaw tego, co było przyczyną konfliktu, jest niezwykle trudno i to jest praktycznie niemożliwe. Mimo wszystko staram się to zrobić. Я понимаю, что, что демонстрация портретов Бандеры, что я тоже замечала на Майдане в рамках шествия правого сектора и парламентской партии «Свобода», всяческая риторика, связанная с его националистической идеей, его видением развития Украины, она была, она не была массово, она не была массово угрожающая, но она была, и она была воспринята населением Донбасса как прямая угроза, прямая провокация на то, чтобы навязать националистическую политику, которую они трактуют еще и как нацистскую, этих организаций, их активистов, себе, на свои регионы, которые действительно были, пока остаются русскоязычными и очень приближенными к России. И в том числе należy też вспомнить, что на самом Майдане были представлены хасла Бандеры, были представлены również портреты Бандеры и cała ta ideologia związana z jego postrzeganiem kierunku rozwoju Ukrainy. Nie było to dominujące w strukturach Majdanu, jednak mimo wszystko to było i kiedy to zostało doniesione do przedstawicieli Donbasu, do mieszkańców Donbasu, oni jako ludzie, którzy są o wiele bardziej przybliżeni do tej rosyjskiej tradycji, do języka rosyjskiego, odebrali to jako bezpośrednie zagrożenie tak naprawdę dla ich własnego istnienia w ramach И когда я спрашивала свою бабушку, которая живет возле Краматорска, действительно ли это был такой повальный страх, что на вас придут и нападут какая-то, ну сколько там этих так называемых наших фашистов, ну немного. Она говорит, да, и мы понимали, что нам это говорят с российских телеканалов, в то же время у нас был свой страх, который мы помним еще со времен там, 80-х, 70-х, 60-х годов. I teraz, jak pytała moja babcia, która mieszka w Kramatorsku, to jest niedaleko od Donieska, czy naprawdę odczuwali się ten taki silny strach, że przyjdą do was ci banderowcy i powiedzmy tam właśnie jak po polsku z ogniem i mieczem. I ona powiedziała, że tak, że zdawali sobie sprawę, że widzą to w telewizji rosyjskiej, ale mimo to ten strach podsycany jeszcze pamięcią tego, co się działo w latach 60., 70., 80., był naprawdę bardzo silny, nawet nie zważając na to, że
de facto tych banderowców tak, i osób przedstawiających prawy sektor Partii Swoboda jest relatywnie niedużo względem ogólnej takiej populacji. Поэтому, если уже как-то пытаться суммировать уже сказанное, что остается, я не вижу возможности преодолеть настолько различную трактовку, интерпретацию фигуры Бандеры в национальной и постколониальной истории Украины. Не вижу возможности преодолеть вот эту различность. То есть, как я уже сказала, половина Украины считает так, половина по-другому. И если мы далее будем как бы находиться в этих рамках, то есть делить, вспоминать и, не знаю, обвинять Бандеру в нацизме и так далее, и так далее, и так далее, то есть держаться этих, мы ни к чему не придем. I tak naprawdę w chwili obecnej nie ma możliwości pozostania w tym dyskursie politycznym, też nacjonalistycznym w pewien sposób, narodowościowym, jaki on jest, ponieważ jeśli pozostaniemy przy tych dwóch obozach, z których jeden będzie gloryfikować Banderę, a drugi będzie za wszelką cenę dążyć do rzeczy zupełnie przeciwnych, tak naprawdę nie wyjdziemy poza ramki samego tego konfliktu, nie będziemy w stanie wypracować czegoś, co pozwoliłoby iść dalej. Поэтому на самом деле, если говорить со сослагательном наклонении, если представить себе в моих да, глазах идеальный Майдан, он, хотя это было тоже невозможно, потому что те же националисты, почему они не имеют права высказать позицию? Они имеют право высказать позицию, но они должны понимать, насколько высказывание их позиции в рамках Майдана. Я бы хотела это убрать из Майдана, но это уже не получится, если так, только фильм да, какой-то сюрреалистический снимок. Они высказывают свою позицию, это отражено в моих видео, они провоцируют тем самым, потому что на Майдане не стояли массово восточные регионы, там стояли массово западные, центральные регионы, были какие-то единицы, да, но там из Одессы, из Луганска я встречала, но в целом, конечно, их не было. Вот это высказывание про националистической идеи, идеологии, этот гимн, это слава героям и так далее, она была прямо воспринято как угроза, как навязывание своей национальной идентичности тем людям, которые не имеют возможности в такой социальной презентации своей идентичности, которая была пророссийской. И в том выпадку bardzo istotne jest, żeby zauważyć, że te mniej liczebne niż ta większość, która była na Majdanie, skrajnie prawe struktury prawego sektoru i Partii Swoboda, które oczywiście mają prawo na to, żeby głosić swoje poglądy, natomiast jeśli manifestują je w sposób aż tak nachalny, one tym samym prowokują przedstawicieli Donbasu, którzy tak naprawdę nie mają możliwości aż tak wyraźnej manifestacji i oświetlanej w tenże sam sposób manifestacji swoich prorosyjskich poglądów. Te hasła skrajnie nacjonalistyczne, odwołujące się do tradycji ukraińskiej, one znowu były rozpatrywane jako zagrożenie właśnie z tego powodu, że oni mogą je głosić i okazuje się, że jest dużo osób wokół i że to wszystko jest takie głośne. A przedstawiciele Donbasu tak naprawdę nie mieli takiej możliwości, żeby się wypowiedzieć, żeby wykrzyczeć to, że my mamy inną identyfikację narodowościową. I to było всегда, to jest kulturna, historycznie regiony Ukrainy nie związane drug z drugim. Krym, Lwów, Donbas. В последнее время появляются какие-то культурные кураторские проекты, которые пытались еще там, до Майдана, после объединять регионы, просто хотя бы да, привозить художников, устраивать какие-то фестивали. Но в целом это была ситуация разобщенности, что означает, что активизация вот этих националистических делений, да, фигуры Бандеры и так далее, у кого какой язык и национальная позиция, и были внутренними причинами к возможности гражданской войны в Украине. Trzeba też zaznaczyć, że właśnie to zróżnicowanie kulturowe wszystkich regionów Ukrainy, to jak różne jest od siebie Lwów, jak różne od Lwowa jest Krym albo Donbas, tak naprawdę zawsze działało na niekorzyść i nie pozwalało stworzyć Ukrainy jako państwa jednolitego. Jeszcze przed Majdanem pojawiały się inicjatywy kulturalne mające na celu nawiązanie właśnie tych nici porozumienia, wypracowanie jakiejś takiej wspólnej wersji. I to też zostało wykorzystane w pewien sposób i służyło podłożem do tych konfliktów, które mają miejsce w dniu dzisiejszym.
То есть, когда страна культурно, исторически не объединена, различные трактовки таких важных событий, как Вторая мировая война, конечно, можно сказать, что есть все предпосылки, особенно да, с подачи российских провокаций и каких-то нападок к гражданской войне. И вот она случилась. И раз в этом подходе, да, навык так гигантичное выражение, как, значит, гигантичное за слово, но такие выражения, как Друга война Światowa, kiedy jest on interpretowany zupełnie inaczej przez jedną i drugą stronę społeczeństwa. W tym momencie społeczeństwo to jest bardzo podatne na prowokacje z zewnątrz, co skrzętnie wykorzystała propaganda rosyjska. Zakończę, ja skażę dwie rzeczy. I na zakończenie chciałbym powiedzieć... Перед дискуссией с вами, потому что наверняка будет более продуктивно обсудить то, что непосредственно вас интересует, пусть это будет даже... Jeszcze przed dyskusją z Państwem, ponieważ wiele bardziej produktywne będzie odpowiadanie na Państwa pytania, nawet jeśli to... Tak вот, да, dwie rzeczy. Первое, как я уже сказала, преодолеть националистические разборки в Украине, трактовку событий и так далее, в общем, все эти постановляли рамки, их невозможно. Сейчас этого делать не нужно. И что может объединить, а не разобщить, как это было в рамках Майдана, всю страну, для меня это социалистическая такая левоангажированная платформа, которая поможет понять, что нам нужно не заниматься делением на язык и национальную идентичность, а преодолеть бедность, коррупцию и олигархат. И я уверена, что рабочий класс, как и буржуазия, интеллигенция и так далее, прекариат, все они заинтересованы именно в этом, потому что. И в этом случае важно, чтобы понять, что практически niemożliwe jest pokonanie tych tendencji nacjonalistycznych, które mają miejsce. Praktycznie niemożliwe jest pokonanie również tych ramek postkolonialnych, w których zamknięte jest społeczeństwo ukraińskie. Możliwe jest natomiast przeciwdziałanie temu na dłuższą metę właśnie poprzez stworzenie platformy o tendencjach socjalistycznych, które połączyłyby tych ludzi, którzy faktycznie chcą coś z tym zrobić, którzy mają chęć, aby pokonać przede wszystkim oligarchizację tego kraju, коррупция, а если эти два элемента будут покананы, то również и беды. Как документалист я езжу по регионам, это и Донбасс, это и Кривой Рог, это и Крым, это и Львовская область, и я вижу в рамках своих съемок, что есть все возможности для того, чтобы революция персе, то есть революция, которая ломает текущие олигархические полиэкономический строй, чтобы она совершилась в далеком, недалеком будущем, чтобы она вообще совершилась как революция, потому что... И сейчас, как документалист, езжу по шеренгу регионов Украины, разговариваю с этими людьми, кręcąc те материалы и репортажи, widzę i jestem przekonana o tym, że jest podłoże do tego, aby stworzyć ten nurt, który pozwoli doprowadzić do tej rewolucji i skutecznie będzie w stanie walczyć właśnie z oligarchizacją i oligarchatem jako takim. Потому что Майдан, если говорить по экономическим языком, это была типичная буржуазная национальная революция, которая была прекрасна для нас, потому что Украина не имела своего 19 века, там не было Парижской коммуны и так далее. I dlatego też Majdan w swojej istocie był, można powiedzieć, taką rewolucją troszeczkę burżuazyjną, ponieważ Ukraina nie miała swojego narodowego, tak, ciężko to przetłumaczyć tak naprawdę, ponieważ nie było tego wybuchu wieku XVIII-XIX, nie było swojej komuny paryskiej, nie było innych tego typu. Francuskie zrywa, no z drugiej strony время сейчас совершенно другое, оно не для национальной революции, оно для революции, как я уже сказала, ну, что ли, преодолевающей непосредственно всех Януковичей, а не одного его. И во многом для меня наши события, связанные с Майданом 2014 года, они являются отголоском Майдана 2004 года, когда была похожая ситуация и национальная политика и так далее, похожее революционное настроение, но все закончилось
очень плачевно. Фактически все закончилось тем, что мы пришли к Януковичу, он пришел к нам, и вся властная верхушка, олигархат, который бизнес, да, который сплочен в парламенте, он не поменялся, он циркулирует на протяжении 20 лет. И Майдан в том виде, в котором вот он себя репрезентирует, он ничего не может с этим сделать. У него не было даже такой фактической задачи, потому что все ушло вот в эти рамки всей страны, да, социалистические склоки. Это очень плохо, потому что революции как такой, как я уже сказала, не произошло. Придет новый Янукович, и я убеждена, что если мы ничего не будем сделать, он придет. Или Порошенко в него превратится, или его заставят, потому что если вы посмотрите... Так naprawdę większość tego też jestem w stanie tłumaczyć, ponieważ bezpośrednio też troszkę się tym zajmuję. W związku z tym chodzi tak naprawdę o to, że czasy się zmieniły i nie ma już możliwości przeprowadzenia tej rewolucji takiej narodowościowej, nacjonalistycznej w postaci zrzucenia króla z piedestału czy tam z tronu. I zrzucenie samego Janukowycza tak naprawdę nic nie załatwia. Obecny Majdan jest w pewnym sensie spadkobiercą Majdanu 2004 roku, kiedy historia pokazała, że zrzucenie tej struktury władzy, która była wtedy, zamienienie jej po prostu kimś zupełnie innym, ale nie zmiana systemowa tak naprawdę całego tego parlamentu, całych tych struktur, które są odpowiedzialne za administrowanie krajem, doprowadziło do tego, że w krótkim czasie to upadło i znowu wrócił Janukowicz, znowu się zaczęła oligarchizacja. Dlatego w tym momencie rozwiązaniem jest właśnie zmiana o wiele bardziej głęboka, nie tylko zrzucenie jednej, dwóch, trzech, czterech osób, a wymaganie zmian, które doprowadzą do bardziej systemowego reformowania, modernizowania kraju. Tak naprawdę trzeba też powiedzieć, że to nie było zadaniem Majdanu. To nie było zadanie Majdanu przede wszystkim odnosiło się do Janukowicza i też do decyzji związanych ze stowarzyszeniem z Unią Europejską po części, ale przerosło niestety w konflikty o podłożu nacjonalistycznym właśnie, czyli między tym zachodnim obozem ukraińskim i między tym wschodnim prorosyjskim. Конечно, нельзя и недооценивать Майдан, он был открыто, это было, конечно, главный месседж, да, открыто направлен против Януковича и свержения его бандитствующей такой уже авторитарной политики, но Майдан не мыслил системно, он не видел всю коррупционно повязанную друг с другом систему украинской власти, как минимум 20-летней выдержки. I Majdan, mimo że nie można go nie doceniać, ponieważ był dosyć potężną siłą, ale on przede wszystkim skierował się przeciwko Janukowyczowi, przeciwko strukturom Janukowycza. Nie miał jednak wypracowanego systemowego takiego podejścia do całej struktury władzy, do całego parlamentu, do tego, co tworzyło się przez 20 lat niezależności. I za niewidzenie tej systemy, niewidzenie postanialnych колониальной ситуации Украины, пали жертвы, люди погибли. И для меня это настолько больно, потому что настолько глупо, что, как я уже сказала в начале своего выступления, до сих пор мы даже вот в Украине там, с многими критиками, художниками, мы не можем начать диалог настолько еще переживаем эти события, чтобы... na to takie emocjonalne podejście, brak tego systemowego podejścia, brak dostrzegania tej struktury, która się stworzyła przez te 20 lat jako całości, tego postkolonialnego podejścia i oligarchizacji przede wszystkim, tego kurczowego trzymania się za władzę. Właśnie ze względu na nieprzewidywanie tego miały miejsce również bardziej krwawe starcia, niestety zginęli ludzie. I przez to teraz w tym momencie nawet ludzie, którzy to komentują tak jakby z zewnątrz, czyli ci krytycy kulturalni, społeczni, oni też mają problem, żeby rozmawiać sami ze sobą. Поэтому важно рефлексировать любое национально-социалистическое проявление, важно сохранять адекватность, проявлять какую-то выдержку и уже иммунитет к украинскому национализму и в то же время вырабатывать, несмотря на то, что мы ничего не можем сделать с этой, как бы с этим внутренним желанием формировать нацию, да, и скандировать гимны, проявлять какие-то свои не проявленные национальные стороны, мы должны вырабатывать эту социалистическую платформу. И я убеждена, что многие
многие кураторы, критики, к которым я отношусь, они заинтересованы и в том, чтобы искусство как-то, как-то помогало, как-то сопровождало в этом строительстве, в этой переформировке, да, как бы идеологических реев Майдана. І до того в тим моменті належить ще радше утворність на діяльні, спробувати розуміти, доконувати якісь рефлексії над функціонуванням такого націоналізму українського, а одночасно творити власне платформу забарвлення спочатку соціалістичним, до якої долучився również артисти, критиці, літераці, в ogóle критиці, кураторі штуки, щоб та платформа так в певний спосіб якби рівноважила діяльність. Перед тем, как перейти к дискуссии, я хочу сказать несколько слов о своих фильмах, которые вы можете видеть здесь. Они непосредственно касаются всего того, о чем я сейчас говорила, за исключением, конечно, вот этой левой критики, левой перспективы, потому как я над ней еще только работаю. Хотел бы поделиться несколько слов о моих фильмах, которые можете смотреть тут в салах «Обок», ponieważ one bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń, o których tutaj mówimy, z wyjątkiem tej lewej perspektywy, o której mówię teraz, ponieważ jestem dopiero w trakcie pracy nad jej realizacją. Одно видео называется «Бандеровец». Jeden film nazywa się «Бандеровец». W общем-то, w komentarzach można i nie нуждаться, но z drugiej strony ja скажу. I być może nie trzeba do tego jakichś zbędnych komentarzy, ale mimo wszystko powiem. Для меня интересно, как уже сказала, исследовать, да, чтобы понять и преодолеть природу национализмов. Я хочу давать голос националистам. Для меня очень интересно и важно, чтобы бачить натуру национализмов. И хотел бы иметь возможность уделения голосу националистам. И вот одна из заснятых мною сцен диалогов, споров на Майдане. Она вот, главный герой. В этом видео Бандеровец, он, собственно, и есть украинским националистом, представителем организации УНАУСО, Украинская национальная ассамблея. И то есть одна из сцен, которая удалось сфильмовать на Майдане, в которой бере участие Бандеровец, представитель УНАУСО, чили Украинской народовой ассамблеи. Вся его... Он очень интересный герой, потому что, несмотря на свою националистическую риторику, которая, естественно, сразу же была воспринята в штыки жителями Донбасса, Крыма и так далее, он даже в его риторике может найти очень много социально ориентированных, таких левоангажированных и предложений, и каких-то... I mimo tego, że iż jestem przedstawicielem właśnie tego nacjonalizmu, jestem Banderowiec, którego hasła automatycznie są odbierane jako bezpośrednia agresja przez mieszkańców Wschodu, nawet w jego wypowiedziach można znaleźć tendencję o bardziej lewym takim socjalistycznym zabarwieniu. То есть вы понимаете, что платформу для объединения, я все еще надеюсь, что ее можно найти, даже находясь внутри самого национализма. Например, конечно, это может быть утопическая идея, но тем не менее, вот я как документалист, я просто вижу эти возможности, эти потуги, как оно пойдет при непосредственном, не знаю, объединении, строении каких-то. Мы не знаем, но люди очень социально ориентированы. Они говорят о прямой критике олигархата и о том, что им мешает как бы приступить к непосредственной революции. Поэтому даже среди националистов находятся вот такие герои. Собственно, этот противоречивый фильм, видео об этом. I być może jest to troszeczkę utopijne, idealistyczne, ale wciąż mam nadzieję, że nawet w samym środku nacjonalizmu można znaleźć podłoże do tego, aby włączyć również ich do tej platformy o zabawieniu właśnie takim socjalistycznym społecznym, ponieważ w trakcie kręcenia tego, jak i innych materiałów okazywało się, że większość ludzi tak naprawdę ma w pewien sposób zbliżone poglądy na to, jak należy pokonać właśnie tę oligarchizację i tego typu podobne tendencje. Drugi film посмотрите сами, a сейчас, пожалуйста, ваши вопросы. Drugi film będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć sami, ale teraz. Женщина была первая. Więc ja mam może takie trzy kwestie.
odnośnie ostatniej wypowiedzi twoich. Znaczy tak, po pierwsze, czy nie lepiej by było dla Ukrainy odpuścić sobie Krym i Donbas, to jest jedno, i jak jest podejście do tego u Ukraińców? To może po jednym pytaniu to będzie łatwiej tłumaczyć. Aha, dobra, okej. Okay. To jest pierwszy głos, tam dużo było ostatnio w Foreign Policy niedawno. I po prostu lepsze byłoby, оставить Крым и Донбасс. Просто оставить для Украины. А, то ты же не прав. Знаете, я думала об этом. Мышляла об этом. И фактически, исходя из того, как больно мы переживаем текущую войну. И выходя из того, какие терпения можешь для нас с того войны в этом месте? Можно сказать да, лучше. Можно сказать, что так лучше. Потому что вопрос, на ваш вопрос, можно задать тоже совершенно коммунистический. Стоит ли хоть одна жертва, одна изнасилованная женщина в рамках этой войны, да, о чем я тоже писала, этого? И можно сейчас ответить вопросом на вопрос, чи того, чи даже одна жертва есть варта просто какого-либо территории, чи то, что сейчас происходит, просто того варта. Но с другой стороны, конечно, это была явная угроза, то есть с Крымом и с Донбассом, это была явная угроза того, что другие области, например, Днепропетровска и так далее, они тоже захотят куда-то отойти. То есть это была явная угроза развала всей страны. В общем-то, поэтому, конечно, началась война, чтобы не допустить этого развала. Но, то есть, вы понимаете, я на каждый вопрос стараюсь ответить, как бы исходя из двух сторон. Потому что невозможно дать однозначный ответ ни вам, ни кому. И нужно бояться однозначных ответов, нужно бояться услышать, да, это было бы очень правильно оставить там Донбасс. В то же время нужно бояться сказать «нет, неправильно». То есть нужно видеть, как я уже сказала, системно эти вещи и пытаться в этой системности найти какой-то правильный выход, но понимать ограниченность однозначных ответов. И очень важно, значит, стараемся в каждом случае ответить с двух сторон, ponieważ właśnie с той другой стороны агрессия на Крым, агрессия на территорию Донбасса była bezpośrednim zagrożeniem również dla innych regionów, które być może też chciałyby się oddzielić. Dniepropetrowska i Nikołajewska. Dniepropetrowska, obwód Nikołajewski, które być może też chciałyby się oddzielić, odseparować. I ta wojna została rozpoczęta właśnie po to, żeby zatrzymać to w tamtym miejscu, w którym ono już się znalazło. Z drugiej strony chciałbym zaznaczyć, że należy unikać jednoznacznego odpowiadania na jakiekolwiek pytanie, ponieważ tak samo niebezpieczni są ludzie, którzy powiedzą tak, trzeba oddzielić Donbas, i tak samo niebezpieczni są ludzie, którzy jednoznacznie powiedzą nie, nie należy go oddzielać bez żadnej refleksji. То есть вы должны понимать, если вы поедете в Крым и спросите в городе Феодосии, где я провела там месяц в съемках, среднестатистического человека, рад ли он, что так случилось, и он сейчас живет в Российской Федерации, он скажет, рад, я рад, потому что иначе здесь меня был бы Донбас. I teraz, jeśli by na przykład zapytać średniostatystycznej osoby w Feodosji, gdzie niedawno byłam, robiąc jeden materiał, jeśli go zapytać, czy on się cieszy, że teraz Krym jest w ramach Federacji Rosyjskiej, powiedziałby tak, cieszę się, ponieważ inaczej miałbym to za chwilę Donbas. To jest, ja właśnie nie mogę radować tej точки зрения, ja просто ее исследую как исходя из моей профессии, вот, документалист, культуролог, я собираю эти мнения, но, конечно, пытаюсь понять все стороны. И не могу, кстати, чешить сейчас такого пункта видения, но единственное, я как документалистка, просто мам такой обовязок, чтобы делать на этот темат материал, чтобы эти все вещи достигать и приказывать. Сейчас я уже выступаю за то, чтобы украинская армия вышла из Донбасса. Na dzień dzisiejszy jestem już za tym, aby armia ukraińska armia opuściła Donbas sama. Był вопрос o Оле, вот молодой человек. Да, давай вопрос. Dobrze, to teraz pada. Mówiła Pani o takiej silnej symbolice.
związanej z Banderą na zachodniej Ukrainie, silnej symbolice związanej z przynależnością do tego postkolonialnego świata po upadku SPSR na wschodzie Ukrainy. Pani projekt socjalistyczny, czy ma również silne symbole, żeby w tej grze symbolicznej stanowić prawdziwą wspólną platformę dla wszystkich Ukraińców? Jeśli u Was symbol, który może być w stanie zrobić? Вопрос состоит в том, что есть определенные сильные символы западноукраинских националистов, есть определенные сильные символы националистов пророссийских на Востоке. Есть ли у предложенной здесь сегодня левой платформы столь сильные символы, которые будут в состоянии бороться именно с этими двумя крайними националистами? Это блестящий вопрос. Потому что я просто, знаете, влетают некоторые моменты, все не могу ухватить. То есть вопрос, собственно, о том, как не начать другую уже войну, да, связанную с физическими символами из драматической истории. Служба вообще бороться. Да, памяти, да, СССР. Сейчас перейду. Я постригам это как питание również. Czy nie rozpocznie się kolejna batalia między tym trzecim jakimś symbolem kolejnej nowej tendencji między tymi jeszcze dwoma dodatkowo? Во-первых, насчет левой там, партии, организации, я, конечно, ее не представляю, но я идеологически, как политическая активистка, конечно, я отношу себя к ее рядам, но там нет никакой советской, постсоветской символики. Там вообще пока нет как таковой символики, она вырабатывается, но мы думаем над этим, над тем, чтобы ни в коем случае не апеллировать ни к какой советской пропаганде социализма или коммунизма, потому что для нас совершенно разный сценарий. И это говорит о том, мимо еще представим сейчас тогда ее визию этой платформы, to jednocześnie nie jestem jej przedstawicielką. Wiem natomiast, iż nie ma na chwilę obecną wyszczególnionego takiego jakiegoś zbioru tych symboli, jednolitego takiego przesłania przekazu. Jednocześnie trwają cały czas nad tym pracę, aby nie odwoływać się do tych tendencji, nurtów, ruchów, kierunków, które były w Związku Radzieckim, żeby nie odwoływać się do radzieckiego modelu socjalizmu czy komunizmu. Потому что о чем вы фактически спрашиваете? Ponieważ to, co tak naprawdę pan pyta, to jest, co ja widzę w waszym wapusie. Czyli to, co postrzegam, jakie postrzegam pańskie życie? Żeby zachodnioukraińskie regiony, Lwów, Iwano-Frankowsk. Aby regiony Ukrainy Zachodniej, czyli Lwów, Iwano-Frankowsk? Точно так же, как и Донбасс реагировал на Майдан, точно так же они стали реагировать на эту какую-то, да, идею революции, которая бы им напомнила их ресентимент, связанный с травмами навязанного тоталитаризма, социализма, коммунизма, вот прямо так тащили, Советского Союза. И это ничего общего, у нас ничего общего, конечно, нет с тем, кто это А регионы Западные не начали постигать ten новый появляющийся нурт, tak jak postrzegał swojego czasu Donbas i nacjonalizmy zachodnioukraińskie, aby nie znaleźli w tym odwołań do nawiązywanego tego komunizmu radzieckiego i związanych również związanej z tym traumą. Поэтому эта позиция жестко, конечно, рефлексируется, и я надеюсь, ничего подобного не будет допущено, потому что все-таки те социалистические рамки преодоления олигархии, коррупции и антидемократических да, наших ситуаций, они в первую очередь направлены на непосредственно какие-то пертурбации жизненные и политические, а не на то, чтобы организовывать партию, наслаждаться ее символикой, ну и уходить в какие-то партийно-бюрократические игры. То есть революция прямо на улице, скорее, нежели партийное строительство. Oczywiście wszystko to, co jest związane z symbolami, jest cały czas uwzględniane właśnie, żeby uniknąć tworzenia kolejnych antagonizmów. Jednocześnie ta platforma nie ma być ruchem politycznym sensu stricte. Ta platforma ma być ruchem, który będzie w stanie zjednoczyć ludzi, ale który nie będzie ruchem politycznym, którego zadaniem jest być ruchem politycznym. No,
проблемы, связанные с этим, конечно, могут быть. Поэтому вы правильно смотрите на ситуацию. Но ваше питание очень важное, потому что так или иначе могут появиться проблемы, связанные с этим. Но в то же время если мы видим, насколько народ настроен на то, чтобы преодолеть свою бедность, которую не преодолевает Майдан, да, шахты закрыты, работы нет, люди умирают с голода, а теперь еще и больше, едут на заработки в Европейский Союз, и это отдельная, конечно, моя критика политики Европейского Союза по отношению к сегодняшней ситуации. Я просто не успела об этом поговорить, но в следующий раз. И едночасно видим, что все, как бы, сообщество украинское есть настроено на то, чтобы чрезвычайность этой беды, которая сейчас ponieważ niezależnie od wymogów Majdanu, niezależnie od zmiany władzy, nadal jest tak, że bardzo mocno następuje redukcja produkcji przemysłowej, zamykane są kopalnie, ludzie tak naprawdę muszą wyjeżdżać za kratem gdzieś do innych krajów. W tym kontekście można by było powiedzieć parę gorzkich słów o Unii Europejskiej, ale to jest temat troszeczkę inną okazję, ponieważ tutaj troszkę mamy mało czasu. Wkrótce, конечно, polityka Europejskiego Союза nie może ignorować влияние России. To расстраивает. Krótko mówiąc, polityka Unii Europejskiej nie może ignorować działania i w ogóle samoobecność Rosji, co niestety nie nastraja również pozytywnie. No, to tema dla dalszych dyskusji. Ale to jest temat na nieco inną dyskusję. Może być posłowie? Być może. A wy czas Oli był вопрос. Да, у меня был вопрос. Я, в принципе, согласна в общих чертах, говорила, вот я тоже говорю, что единственным возможным выходом ситуации является проведение социальных сфер, если это... Можно я перейду переводчик? И тутaj też również zgadzam się w dużej mierze z tym, co mówiłaś, i że jednym z nielicznych sposobów na wyjście z tej sytuacji, na poradzenie sobie z nią, jest przełączenie, znaczy większa aktywizacja w sferze społecznej, socjalnej. Но с другой стороны, мне хватает воображения, чтобы, или, может быть, у тебя есть какие-то, или, может быть, знания какие-то, может быть, у тебя есть какое-то видение, может быть, совсем такое утопическое, такого сценария, если, предположим, вот все забывают про все свои национализмы, начинают в Украине там, создавать какую-то сильную там, левую партию, она приходит к власти, находится там какой-то идеологическое выражение всему этому, как это функционирует вот в более широком геополитическом и экономическом контексте, что там происходит там, с этим газопроводом, что как здесь у тебя вот какие-то, я понимаю, что это очень абстрактный вопрос, но может какие-то у тебя есть. Почему? Это точный вопрос для меня. I teraz pytanie tak naprawdę, być może jest to troszeczkę idealistyczne, utopijne i dotyczy bardzo odległych perspektyw, ale przy tym założeniu, że faktycznie udaje się stworzyć taką platformę i aktywnie dołączają się do niej ludzie, ta platforma jest w stanie przejąć tak naprawdę w pewien sposób władzę i ją realizować, sprawować. Jak w perspektywie mają wyglądać jej działania w kontekście również geoekonomicznym, geopolitycznym, między innymi jeśli chodzi o gazociąg biegnący przez Ukrainę? Tak. No, во-первых, Оля, zabyć, даже в утопии, я бы не забыла про этот национализм, потому что, я как уже сказала, это нужно сделать, знаешь, превозмогая себя, например, когда ты болен тяжелой болезнью, да, тебе нужно встать, идти и жить, преодолевать эту болезнь, но о ней забывать невозможно и не нужно просто. Да, вот так же и здесь, ты не сможешь о ней забыть, даже несмотря на то, что там Светическая революция может победить и принести людям благо, элементарно достаток в дом, рабочие места. Trzeba powiedzieć, że nigdy nie będzie takiej możliwości, żeby kompletnie odciąć się od nacjonalizmu, żeby nacjonalizmy nie pojawiały się w tym społeczeństwie. I nawet jeśli by ta proponowana platforma, te ruchy o tendencjach socjalistycznych byłyby w stanie wybić się na szersze wody, nadal będzie tak, że te nacjonalizmy będą ciągle żywe. Bo to nie do końca jest tak jak z chorobą, że jeśli jest się chorym, a czasem trzeba, to po prostu można zapomnieć o tym, wstać i coś tam zrobić jednorazowo. Ale nacjonalizm ma zupełnie inną naturę. Но вы должны понимать, что воевать друг с другом, опять же, да, с руки российских провокаций,
в голодной, бедной стране и воевали друг с другом, я имею в виду на базе социалистических разбирательств, голодные и бедные, и воевать друг с другом на базе социалистических разбирательств, когда ты живешь в более-менее обеспеченной стране, где хотя бы работают предприятия и люди массово не выезжают на заработки. Это две разные вещи. Может быть, во втором случае как раз вот эта обеспеченность демократическая страны, она бы как раз исключила возможность нацистической атаки, войны. Потому что И в tym wypadku trzeba też zwrócić uwagę na to, że to są zupełnie dwie różne sprawy. Jeśli walczą ze sobą dwa obozy nacjonalistyczne w kraju, w którym jest biedność, z którego ludzie muszą wyjeżdżać za chlebem, i jeśli walczą ze sobą dwa obozy nacjonalistyczne w kraju, w którym jest względny poziom dobrobytu, w którym tak naprawdę zupełnie inne jest poziom ekonomiczny od tych wszystkich walk. I wy też też понимаете, że przyroda wojny, przyroda takich nacjonalistycznych разбирательств, она ведь популистская, что означает, что происходит субституция, замена. Люди надеются в нацистических войнах, в разных революциях получить социальные блага, получить революционные, да, вот, трансформацию общества, падение олигархата. Они грезят. Но на самом деле ничего не происходит, потому что даже вот эти социальные лозунги не были заложены как таковые в сам протест, в саму революцию, там, в войну. То есть этой замены понятий в популизме, конечно, массово люди не понимают. И поэтому закрывают глаза и думают, что ну да, Майдан принесет вот полную, да, революционную трансформацию общества, и вот сейчас война, значит, все расставит на свои места, и дальше мы не будем видеть никаких бандеровцев и никаких донбасских сепаратистов или там российских, не знаю, сепаратистов, но нет. И тут это же сепаратистов, что это тенденции националистичные в моменте своей активизации, так правда, bardzo często mają również podłoże ekonomiczne. Pewne niezadowolenie społeczne jest transformowane właśnie w ten nacjonalizm, który, tak jak to widzimy w tym wypadku, często dąży właśnie do tego, żeby przynajmniej spróbować pokazać tym ludziom, że jest nadzieja na to, że to się skończy, skończy się, załóżmy, że Majdan wszystko postawi na swoje miejsce, albo że wojna wszystko postawi na swoje miejsce, mimo że tak naprawdę te ruchy nie mają sprecyzowanej tej takiej teorii dotyczącej tych zmian ekonomicznych, zmian społecznych. То есть при утопической, а я, в общем-то, знаю двух утопиях, так же, как и ты, при утопическом таком воображаемом сценарии я бы, конечно, оставила только реальность, и вот какие-то национализмы, они все равно будут продолжать существовать, продавать, но общая социально устроенная, да, база не даст им возможности для войны, я в этом уверена. Она просто не даст. Понимаете, Швейцария и вы тоже, да, знаете, люди говорят на разных языках, там разные исторические времена, но. Хотя это пример нерелевантный, не полностью он нерелевантен. То есть это скорее абстрактный пример, чтобы ты понимала, что когда есть. Да, извиняюсь, не нужно перевести. Так направда, в целой этой ситуации. Nawet gdyby wyobrazić sobie wyimaginowaną, wyidealizowaną rzeczywistość społeczną, tak czy inaczej należałoby tam zostawić te nacjonalizmy, żeby ona nadal była realna. I takim być może nie do końca adekwatnym, ale pewnym przykładem może być Szwajcaria czy inne kraje, w których jest szereg narodowości, szereg różnych języków, ale one nie walczą między sobą. Właśnie ze względu na ten demokratyczny ustrój społeczny i na ten względny dobrobyt. To jest socjalne władze nie da tu możliwości rozwijać ten system. Czyli właśnie ten dobrobyt społeczny, to zabezpieczenie socjalne nie pozwala rozwijać się nacjonalizmu w kierunku tych takich radykalnych, wojujących nacjonalizmów. Masz poproszę. Ja bym chciała znać opinię, może li być zakryty na Polski dla realizacji ustaw Ukrainy, a stajane na wymianie o niechodzimności wypełnienia filipińskiego memorandum. Постоянно напоминать о Будапештском меморандуме, по которому
которому гарантировались границы Украины 1991 года взамен на ядерное разоружение. То есть по Будапештскому меморандуму в 1994 году Украина отдала ядерное оружие, и ей гарантировались территориальные границы 1991 года. То есть можно ли апеллировать? Можно постоянно апеллировать, потому что это законный документ, который был ратифицирован многими странами. И он не выполнен. И он не выполнен. Это ставит вопрос ядерного разоружения других стран. Есть питание następujące, to znaczy, czy jest możliwość w pewien sposób zachowania integralności terytorialnej Ukrainy przez ciągłe i nieprzerwane odwoływanie się do memorandum podpisanego w Budapeszcie dotyczącego rozbrojenia arsenału nuklearnego Ukrainy w zamian za gwarancję integralności terytorialnej? Dziękuję, to bardzo seriozny вопрос, jak zawsze bywa w krótkiej lekcji, nie upomnianiesz, no tak. Этот договор не был выполнен, и Украина не имеет, она разрушена, не имеет ядерного оружия. Тем не менее, никто не гарантировал ей сохранение ее государственных границ, в которых был Крым и Донбасс. Почему? И Россия тоже не ратифицировала. Ну, почему? Потому что эти границы, ну, то есть, ну, Крым, вот, эти границы нарушены. Крым больше не часть Украины. Чили, так направда, мимо того, что застава подписана... И никто с этим ничего не сделал. Мимо что застава подписана, то граница не застава загарантирована в такой форме, как она была выдержана. То есть вопрос же об этом, что вот... Крым, я хочу узнать, можем ли мы постоянно напоминать об этом? Для того, чтобы... Может, постоянно напоминать? Вопрос о том, что мы думаем, стоит ли отдать, стоит ли оставить. Я думаю, например, о законе. Я думаю, находимся, мы хотели в Европу. Европа базируется на законодательном праве. И постоянно напоминание о законе, о документе, о необходимости выполнения закона и документа, можем ли мы вернуть и решить эту территориальную проблему. To znaczy, znowu padę jeszcze raz to pytanie, to znaczy, czy ciągłe napominanie o zobowiązaniach w ramach tego wspomnianego memorandum, odwoływanie się tak naprawdę do zasady poszanowania prawa obowiązującej w Europie, czy może wpłynąć pozytywnie na zachowanie właśnie, albo w perspektywie po prostu odtworzenie granic terytorialnych Ukrainy? Ja думаю, my możemy dalej apelować k zakonu. Просто я вижу, что в рамках вот какой-то критики Европейского Союза, который тоже пытается со своей стороны учитывать массу разных факторов, да, все-таки есть газопровод, мы понимаем, далее, и Ангела Меркель, ну, она не может, вот она нам сказала, что она не может вот так взять, да и гарантировать эти соглашения. То есть мы должны апеллировать, потому что это буква закона и буква права, но де-факто мы должны понимать, что никто не может сегодня нигде в мире гарантировать, там, тем более США где-то там, да, демократию и государственные границы. Это все рушится вот так вот, как карточный домик. Niestety w dzisiejszych realiach, w dzisiejszej rzeczywistości zderzamy się z tym, że nawet kraje, które zagwarantowały integralność tych granic, na dzień dzisiejszy próbują w pewien sposób obejść złożone wcześniej deklaracje i tak samo ze strony pani Merkel i tak samo ze strony również Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście niestety widać, że nie ma takiego kraju, który jest w stanie komukolwiek na obecnej arenie międzynarodowej zagwarantować bezpieczeństwo. To jest, ja jakby nie chcę, żeby przewierali, może być, chodzi z tego komentarza pani słowa, po prostu точка зрения такова. Надеяться на выполнение сегодня, да, полную там, подобных документов, там, в 90-х они были подписаны или вчера они были подписаны, мы не можем, потому что мы вообще должны понимать, что в какое время мы живем. Оно настолько противоречиво, что есть документ, и есть, да, все понимают его значение, все понимают его значение даже потому, что мы часть Европы, а Европа вот она, мы даже не в Бейруте живем. I niestety, znaczy, chciałbym być dobrze zrozumiany, taką konkluzją tej wypowiedzi jest to, żeby
zrozumieć, że żyjemy w takich czasach, w których nie należy na 100% spodziewać się wykonania tychże właśnie podpisanych, czy to memorandów, niezależnie od tego, czy były one podpisane w latach 90., czy były podpisane niedawno. I nawet mimo tego, że znajdujemy się w Europie w samym sercu. Хотя, конечно, санкции проводятся, имею в виду, против России, но то есть нужно отдать должное, и между США и Россией вообще холодная война третьего извода. Но тем не менее, конечно, нас это все не удовлетворяет, это не удовлетворяет наших требований. И жертвы Майдана, тем более, это никак вообще даже не соотносится. То есть это предательство по отношению к ним тоже. И мимо того, что сам проводил эти санкции, мимо того, что так направда Россия и Стана поволоку снова входят в kolejną zimną wojnę, to nadal dla samej Ukrainy to nie jest wystarczające, ponieważ to naruszenie integralności granic i to, za co zginęli ludzie na Majdanie i w trakcie tych operacji na wschodzie Ukrainy, tak naprawdę nie jest w pewien sposób, tak jakby nie to, że zrekompensowane po prostu. To nie jest to, o co walczyli. Był вопрос tu женщин, to było, ale chcieli... Ja mam takie pytanie, które nawiązuje do odpowiedzi Olgi. I jakby wracam do tej sytuacji wewnętrznej, bo myślę, że to jest najbardziej interesujące dla nas, bo mamy tak naprawdę wielkiego pojęcia o tym. Mhm. Jeśli tutaj to вопрос, który немножко возвращается к вопросу Ольги, относится także к внутренней ситуации. I załóżmy, że mamy tą platformę taką stworzoną, prawda, i tą słabą siłę bardziej socjalistyczną, i o której mówiłaś, to jak sobie wyobrażasz, na przykład to przesunięcie też władzy z oligarchów właśnie w stronę społeczeństwa. Bo ja widzę tutaj jakiś wielki problem. Czy ty masz jakiś pomysł na to, czy w ogóle wyobrażasz sobie to w jakiś sposób? То есть предполагаешь, что данная платформа создается и понемножку начинает приходить к власти, как на твой взгляд будет проходить передача власти от сегодняшних олигархических структур к структуре такой социальной, народной? Тоже очень хороший вопрос. У меня есть определенный прогноз. Несмотря на то, что как бы, я занимаюсь не своим делом, комментируя большую политику, которую на самом деле мы все себе не можем даже вот, в реальности помыслить, потому что настолько она от нас далека. I to jest bardzo dobre pytanie i mam oczywiście swoją pewną teorię, swoją pewną prognozę, nie zważając nawet na to, że komentujemy w tym wypadku kwestie należące do tak zwanej dużej polityki, która wszystkich nas dotyczy i być może czasem jesteśmy w stanie nawet zdać sobie sprawę z tego, jak to wszystko wygląda i ile jest skomplikowane. Czy большая polityka to oznacza związka biznesu, oligarchata i czynowniczstwa w wyższych organach władzy i sądach? Ponieważ obecne realia i ta duża polityka oznaczają tak naprawdę współpracę i wzajemne powiązanie zarówno w Ukrainie, oznaczają współpracę i powiązanie struktur biznesowych, struktur oligarchicznych, struktur rządowych. I to potencja k следующей wojnie, ponieważ oligarchat wполне возможно будет использовать как инструментарий популистский инструмент. Националистическую враждебность, раскол этой постколониальной Украины, да, в рамках того, чтобы удержать свои капиталы и направить людей друг против друга. И bardzo prawdopodobne jest, iż obecne struktury oligarchiczne znowu chciałyby wykorzystać istniejący nacjonalizm, istniejącą rzeczywistość postkolonialną do tego, żeby skierować przeciwko sobie te grupy społeczne. I существует даже фонд Розы Люксембург, который базируется в Германии, недавно финансировал проведение конференции, вот, в которой участвовало мое издательство. Тезис конференции как раз был вашим вопросом, один из тезисов о вашем вопросе, о том, что даже сегодняшняя война с экономического анализа, это война капиталистическая, война капитализма, война вот, олигархов друг с другом за передел собственности, за сохранение предыдущих капиталов и за потенциальное какое-то отвоевание конкурентов территории конкурентов. И народ популистский точно так же используется и вот воюет, и я уже сама теряюсь, за что там и кто воюет иногда. И есть даже такой фундуш имени Ружи Люксембург, мещающийся в Берлине, который недавно организовал конференцию, в которой również miałem przyjemność wziąć udział, który tematem tejże konferencji, tego spotkania było właśnie to pytanie, które pani stawia.
które dotyczyło właśnie tego, czy ta wojna nie jest wojną oligarchów walczących o kolejne wojną kapitalistyczną. Oczywiście, że tak. Wojną kapitalistów walczących o kolejne udziały w rynku, o wygryzienie kolejnych konkurentów i tak naprawdę zdobycie znowu kolejne powiększenie swojego biznesu. Na samym деле, jeśli wy спросите меня лично, ja też согласна z tym. Jeśli by pan zapytał osobiście, to... No ja стараюсь być более как-то нейтрально, чтобы сбалансировать свое личное отношение и какие-то факты из моих наблюдений, из моих исследований, в которых задействованы другие мнения, другие люди, социологи, историки, потому что все-таки я исследовательница, культуролог, философ, но свое личное мнение я вот сейчас тоже могу присовокупить, хотя, конечно, я понимаю, что не всегда оно уместно, но да. I jak najbardziej osobiście mogę się z tym zgodzić, natomiast zawsze staram się w jakiś sposób bardziej obiektywnie do tego wszystkiego podejść. Właśnie ze względu na to, że również jestem badaczem, filozofem, troszeczkę historykiem, kulturologiem i powinna prezentować obiektywny punkt widzenia. No, gotując zbornik i gotując druga konferencja, w tym числе i w городе Кривом Роге, w Киеве, фонд Роза Люксембург нас очень поддерживает, то есть вот этот дискурс, он развивается, этот дискурс критики постмайдановской ситуации в рамках вот того, что он есть, поэтому вы можете на него рассчитывать также. Был вопрос у Алевтины. Dobrze, to teraz troszeczkę tak nawiązując właśnie również do pańskich ludzi, ten temat jest cały czas kontynuowany, również w porozumieniu z tym funduszem Róż Luksemburg będą organizowane konferencje w Kijowie i w Krzywym Rogu i ta właśnie tendencja będzie dalej rozwijana i dalej badana. Intellectuals. I studied in Moscow, so I know probably
hope, very well the atmosphere there, the context. Yeah, so your question is very good concerning my future plan to organize, just to try these kind of negotiations. Because, probably we have to think about Russia in this way as well, not only about ourselves, but how to prevent us from the next and from the possible, from the provocation that can be in the nearest future from the Russian Kremlin side. And any answer, any questions, any suggestions are welcome. Please write me.